уважаемые коллеги. Наши встречи проходят в достаточно необычном месте. Но это не потому, что я решил сделать перед уикендом покупки. Хотя это не самое плохое место для этого. А по другой причине. Напротив Кремля. Там много интересных мест. Многие из вас там были. Но, тем не менее, вот такого места, где можно было бы столь комфортно встретиться и обсудить эти вопросы, которые нас сегодня всех волнуют, наверное, там нет. Если у вас будут желания, то, конечно, можно будет погулять по Кремлю, хотя сегодня не лучшая погода для этого. У вас уже 4 дня продолжается интенсивная работа. Мне кажется, она как минимум оправдывает те ожидания, которые всегда связаны с большими встречами. Идут дискуссии острые. Острые потому, что нынешнее заседание дискуссионного клуба «Валдай» проходит в не самое простое время. То, что произошло некоторое время назад в Кавказе, конечно, изменило ситуацию в мире, изменило и ряд наших приоритетов. Мы об этом с вами, естественно, обязательно поговорим. А тем не менее, я бы хотел вас с самого начала поблагодарить за то, что вы столь внимательно относитесь к России, к ее проблемам, посещаете не только нашу столицу, но и другие места, причем такие непростые, как Грозный. И мне кажется, в том, что география соседей клуба «Валдай» расширяется туда, там тоже есть хороший знак, потому что понять Россию, не бывая в самых разных ее уголках, невозможно. Даже мы, как люди, которые все время живут здесь, зачастую не представляем себе, из каких совершенно разных частей состоит наше государство. Могу вам сказать, что я 2,5 года назад начал много летать, когда перешел на работу в провинцию. Совершил порядка, наверное, 60 поездок по стране. Это в значительной мере сформировало набор моих современных представлений о том, как устроена наша страна. Она очень большая, очень красивая и очень сложная. Я буду рад обсудить с вами все, что вы считаете целесообразным. Моя задача во многом прощается тем, что у вас уже были серьезные, интенсивные временные чувства и разговоры. Вчера у вас был большой разговор, так что я в вашем распоряжении. Прошу сказать вас. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, прежде всего, спасибо за встречу, тем более, что вы только что сказали мне про свое время. Это первое с вами в рамке Валдай форум. Так что разрешите всех пожелать успехов в вашей миссии. Вот первый вопрос. Вы еще до наступления нынешнего кризиса на Кавказе предлагали создать новую систему частности этого года безопасности в Европе. И кризис, война, было бы нужно вот, продемонстрировать, что международные правы уже не работают. То есть мы очень много развивали этот дебат. Так что, что изменилось с точки зрения России после этого кризиса, после войны и после признания на свете? И вообще, какой вы видите сход на роли России
своими, все равно не так меняющими мире. Спасибо. С одной стороны, может быть, изменения не столь видны, но для меня лично изменилось очень много. Изменилось естественно из-за того, что произошло. Я думаю, что уроки кавказских законов последнего периода для значительной части граждан нашей страны, и не только нашей, по сути, означали утрату оставшихся иллюзий того периода, который состоялся после возникновения России и самостоятельных государств. Этих иллюзий было много, может быть, в начале 90-х годов, потом по мере развития страны они мешались частично. Просто увиделось. И, к сожалению, последние события, как мне представляется, означают исчезновение этих иллюзий вообще. Иллюзии по поводу того, что мир устроен справедливо, система безопасности, основанная на текущем распределении политического ресурса, сложилась и является оптимальной. Поддерживает в мире равновесие. Основные игроки, которые действуют на политической сцене, находятся в равновесном состоянии. Ничего этого нет. К сожалению, безопасность существующего мира требует довольно серьезного вмешательство всех конструктивных сил. Я уже не так давно об этом говорил, когда выбрал свое видение. Оно было очень называемым 5 принципов внешней политики. Я думаю, что мы сегодня должны предпринять все от нас зависящее, чтобы выстроить другую архитектуру безопасности. Та, что есть, нас в этом случае, как Российскую Федерацию, не устраивает. Не устраивает не потому, что мы не видим места России в этой архитектуре. Оно есть. Дело не в этом, дело даже не в амбициях России. Дело в том, что такая система безопасности дает капитальные сбои. В лучшем случае.